Здравствуйте, это программа «Разговор по существу» и ее ведущая Наталья Мифтахутдинова. Сегодня у нас интервью с путешественником, журналистом и человеком, который интересуется историей своей малой родины, родным краем, Василием Образцовым. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Наталья. Василий, после вашего отъезда с Колымы вы все равно ее не оставляете и посещаете каждый год. И это стало некой традицией. В эту поездку в этом году вы были 2 недели, правильно? Да, чуть больше 2 недель. Больше 2 недель. Расскажите, пожалуйста, где вам удалось побывать, что вы видели, что заинтересовало и насколько вы выполнили тот план, который вы задумывали? Ну, если говорить о намеченных планах, то в планах было гораздо, конечно, больше. К сожалению, мы, как правило, хотим гораздо больше, но получается так не всегда. Погода, люди, транспорт, время. По крайней мере, что успелось сделать, это уже радует. Ну, процентов 20-25 от намеченного было выполнено не больше. Тем не менее, удалось посетить несколько рудников, которые я хотел посетить очень давно. Это рудник Англичан, Тинькинский район, который, в принципе, по которому прошли от и до. Это Хита, то, что я хотел досмотреть, досмотрел. Это непосредственно рудник Днепровский. Именно что касается первого рудника, который был довоенный, следы от него удалось найти, что тоже очень порадовало. И поселок Июньский, до которого мы все-таки добрались уже в этом году. Просто первая попытка была неудачной, в этот раз смогли дойти. Ну, хотя бы часть осмотрели. Не повезло с погодой, не повезло очень сильно. Так что рад тому, что уже сделано. Сделано на самом деле немало. Самая сложная была поездка, поход из вот этих 3 точек? Самое сложное – это Июньский. Это весь день под дождем. Туда-обратно, соответственно, вымокший полностью. Это ручей, по которому мы шли вверх. И когда возвращались обратно, уже был полноценной горной речкой, которую приходилось переходить. Ну, соответственно, вымокшие полностью, промокшая аппаратура, промокшие вещи. Все это было довольно-таки нелегким испытанием, поэтому посетить все объекты на ручье Июньский не удалось. Но хотя бы самое главное, до поселка мы дошли, мы смогли его осмотреть. То есть необходимую информацию для себя я получил. Что вы увидели там? Это был поселок, где-то примерно рассчитанный на 60-70 человек постоянного проживания. Это был поселок вольных, судя по, по жилым баракам с коридорной системой, с отдельными комнатами. Соответственно, зэки такое себе позволить бы не смогли. Это был не лагерь, это был поселок именно вольных. Угу. То есть по 10 комнат в бараке, рассчитано на 2 человека, либо на семью. Склад, гараж, столовая с пекарней. То есть поселок, в принципе, был оборудован полностью инфраструктурой для нормального существования. То есть, скорее всего, опять же, был локомобиль, который давал электрическую энергию, потому что проводка была обнаружена. И проводка, изолятор, алюминиевые провода. Были обнаружены, скажем так, следы пребывания именно геологов, это образцы пробы. То есть можно предположить, что это был стан геологической партии, которая обследовала именно этот район. Стан капитальный, который посуществовал, ну, не менее 3-4 лет, это точно, потому что если не было бы смысла тащить все эти строения, тащить материалы, собирать на месте, чтобы там пробыть полгода и уйти. Некоторые срубы были собраны в другом месте и разобраны, перевезены, собраны по новой. Что говорят следы маркировок на каждом венце этих строений. Какие это года, пожалуйста? Это скажите. Года, скорее всего, предположительно 40-е, потому что все соединительные элементы, то есть ручки, петли, гвозди, все кованое, все вот именно делалось где-то у нас на Колыме. Родом с Колымы. Угу. Поселок был не брошен, не был законсервирован, он был вывезен подчистую, все. Угу. Оборудование, все личные вещи, там, все было вывезено. То есть его не бросили. Его просто, видимо, партия закончила свою работу, закончила обследование района и была переведена в другое место. Потому что в других поселках, как правило, находят все, что угодно, начиная от кровати, заканчивая личными вещами, там, кружки, ложки и так далее. Здесь только остатки неисправно брошенного инструмента и не более.
Это название июньский, это мы так с вами называем, или это официально где-то числится название с этим поселком? Официального названия у него нету на картах. На единственной карте Генштаба, где я видел, это отмечено именно как бараки и не более того. То есть предположительно официального названия пока я не встречал. Хотя, в принципе, сейчас есть шанс найти хоть какую-то информацию, потому что понятно, чей это был поселок, в каких годах он был. То есть отправные точки для поиска его уже есть. И это уже это устроило. Я хотела бы спросить за Днепровский. Мне казалось всегда, что этот поселок, нет, это рудник, настолько уже перехожен, настолько о нем переписано, как говорится, только ленивый не писал. То есть о нем известно все. Что вы там делали? Рудник Днепровский на самом деле имеет длинную историю, состоящую из двух этапов. Это предвоенный этап, когда он существовал в качестве рудного участка Хитинского комбината, и уже послевоенный этап с лагерем «Берлага». Как писал один из заключенных в своих воспоминаниях, когда мы прибыли на это место, от прежнего, скажем, от прежних обитателей осталось несколько полуразваленных бараков и не более того. Однако на спутниковый снимок сначала нашел интересную проплешину, которая меня очень заинтересовала. И потом в этом году повезло побывать на этом месте. Это оказались останки первой фабрики обогатительной, которая была там построена. Она находится чуть в удалении, и, скажем так, с дороги она особо не видна, то есть надо знать, где ее искать. Поэтому, скорее всего, к ней так мало народу и ходит. Фабрика была построена, но, видимо, при консервации участка была также законсервирована, фактически не работала, потому что отвалов, которые говорят о деятельности фабрики, их нету. То есть, предположительно, она была построена, ну, и законсервирована. При открытии второй жизни рудника уже послевоенной она была разобрана, интеллигентно срезана, спилена. И с ее материала либо была построена вторая фабрика, которую все знают, либо другие строения, то есть дома и все остальное. То, что она была не сожжена, а именно аккуратно спилена, то есть видно по бревнам. Если смотреть на от дороги, когда спускаешься, видишь сначала несколько пеньков, спускаешься еще несколько метров, снова несколько пеньков и так далее, и так далее, и так далее. Но когда спускаешь до самого низа и смотришь снизу вверх, то есть можно себе представить, каких масштабов была фабрика, какая она примерно была. Скорее всего, почему и разобрали, потому что за эти годы технологии изменились, и в том формате, каком мы ее построили изначально, она была уже не нужна. Поэтому она была перенесена, либо разобрана на другие здания. В этот раз вы были, получается, только в Тенькинском районе, правильно? Вам он как-то особенно интересен, или почему именно Тенька была на этот год запланирована? На этот год было запланировано несколько путешествий в разные районы. Путешествие, то есть по Хасынскому, вот Хита чуть получился. Среднеканский, к сожалению, не получился по причине отказа техники. Почему на Тенька? С Тенькой проще всего работать. Потому что благодаря краеведу Инне Грибановой, издавшей такую великолепную книгу, как «Тенька. Виток спирали», благодаря ее материалам, есть от чего отталкиваться. О планах расскажете на следующий, через год? Через год в какие районы поедем? Среднеканский район очень бы хотелось. Хотелось бы каньон, хотелось бы Суксукан и еще ряд, опять же, заброшенных поселков, которые есть на карте, на которых ничего не понятно. Это Сусуманский район тоже очень тянет. Это, проще сказать, куда не тянет? Куда не тянет? Не знаю. Здесь живая история, которая вот она была, говорю, 50 лет спрессован такой пласт, что, наверное, хватит до конца жизни, и то я не смогу все успеть. Это нереально. Поэтому планов много, хочется много, много хочется сделать, много хочется успеть. Буду надеяться, что что-то получится. Мы желаем вам успехов в намеченных планах. Спасибо за интервью и до новых встреч. Это была программа «Разговор по существу» и ее ведущая Наталья Мифтахутдинова.